Итак, 10 глава, друзья. Я так понимаю, заключительная, да? Чего, блядь? Какого хрена я на дереве? Лора! Блядь, как в нее поиграть? В Steam даже цены нет. Блядь, делай. Покупаешь через сайт и все. Ну и как теперь слезть? Ау. Мне тоже кажется, он вариант. Это тоже вариант, говорит. О боже. Ну и где я? Ах да. Хо-хо-хо. Где мои шмотки? А шмотки девчонка забрала. Да что за фигня? Так. Ищу Лору. Нормас. Блин, отлично выглядит. Прям вообще. Ну, хотя бы так. Точно, надо было ехать в этот Харбинджер. Да, тогда бы ты выжил. А так ты еще можешь умереть. Ему идет розовый, да пипец. Так, давай бегом. Беги давай уже. Кто у нас из оборотней-то остался, получается? Два? Блин, Ника жалко потерял, конечно. Ну, хрен с ним. Кипарик женский. Она где-то тут. Так и знал, что напялит. Остался сын и белый. Блин, интересно, если бы я не выстрелил в Криса, что бы было? Они бы там сожрали кого-нибудь или нет на пару? Плыть к берегу, либо остаться. Нет, плавать мы не будем, там, блин, сейчас за что-нибудь зацепится, мне кажется, и нафиг. Плавать там точно нельзя. Ну нахер. Стол, помоги. Ребят, кто-нибудь скажите мне, пожалуйста, это последняя глава или нет? Я понимал. Окей. Что ж, хуже уже не будет, да? Класс. Как в мультиках. Спасибо. Он всю ночь идет. Нам это на руку. Почему? Они воду не любят, помнишь? Да. О, нам бы всю ночь в озере просидеть. И сдохнуть от холода? Нет. Ну ладно. Садишься, собственно, еще в лодку. Утро. Они знают, что мы здесь. И на озеро. Придут, как только смогут. Круто. Окей. Так,
Нам нужен обзор. Идем. Обзор. Слушайте, меня смущает, короче, камин, пипец. Он обваливался. Но теперь с ним ни хрена. Все равно холодно будет. Ну, блин, замотаешься чем-нибудь. Там плед возьмешь, кофту. И нормально. Ничего страшного. Что, я здесь и не ходил, да, никогда, получается? Блин, задолбал FPS, алло. Так, не, погоди. Блин, у меня такой же ковер, лол. Теперь мы знаем, кто этот козел. Значит, это брат мистера Хэ, так? Кто? Ну, тот здоровяк. Вы тогда были в радиорубке. Он брат мистера Хэ, походу? Да, да. Чего? Что на какой стене? Что на стене? Что? Картина. Картин не видел никогда. Так. А вот что-то есть. Нет, ковер не на стене. Блин, дела в лагере хреново, раз они такое пишут. Ух ты ж, блин. Так, окровавленный ошейник. Крис Хэкет убил талисман лагеря в ночь, когда похитили Лору и Макса. Прячась в убежище, он сожрал Яна, пытаясь утолить свой голод. Не помогло. Так, Крис Хэкет просит родителей отдыхающих пожертвовать деньги на оплату ремонту коттеджа. Похоже, дохода от путевок. Но это не хватает. Куда еще идут деньги? На жратву? Блайндспот, ты у меня спрашиваешь? Я не понимаю. Я говорю, у меня вот тоже такой же ковер есть похожий. Нет, и он у меня не на стене. Потом ты пишешь, у меня такой же ковер на стене. И вопрос, ты меня спрашиваешь, что на твоей стене? Откуда я-то знаю? Господи, я сейчас в душу посмотрел. Сколько они тут живут? Так, о. Септим Хэкет стоял у руля, но удача отвернулась от Хэкетов. Наступили тяжелые времена, и Септим принял решение закрыть карьер. Так, в записке говорится о машине Макса. Трэвис хотел все скрыть на случай, если кто-то будет их разыскивать. Ага. Хэкеты убили этих животных с помощью серебра, ведь они были заражены укусом оборотня. Неизвестно, что эта инфекция может сделать с животными, но похоже, хэкеты предпочли... Чего? Да ладно, они... Серьезно? Животные тоже могут, что ли, превращаться в оборотней? Охренеть. Так, хэкеты ищут Сайлоса уже 6 лет, Крис даже... Настроил для этого видеонаблюдение. Понятно. Так, ящик лесника. Хэкеты оставляют припасы на то время, когда зараженные члены семьи превращаются в людей. Ага. Это логично было. Так,
Калеб заразил своего отца и сестру 6 лет назад. Вскоре после того, как была сделана эта фотография. И теперь он единственный, кто остался в живых. Ну да. Блин, конечно, жалко, что я его убил. Очень долго. Еще с тех пор, когда модно было заказать. Блайндспот, в жопу иди. Понял? Я теперь тоже хочу свой портрет. Так. Продолжить поиск, конечно. Поищу-ка еще. Да, типа этот не ищет, да? Что-то выпало. Харум с Карум. Так. Крис Хэкет был здесь. Он оказался тут с двумя своими детьми в ночь пожара. Слушайте, вот оно. Вот где собака-то зарыта. Подожди, где это? Вот, корешок билета. Это корешок билета, спрятанный за фоторамкой. Свидетельствует о том, что 6 лет назад Крис Хэкет и двое его детей посетили бродячий цирк. Вот оно что. Понятно. Понятно. Нет, только не это. Тебе мало того, что мы знаем. Хватит тут копаться. Пожар произошел, потому что там чувак превратился, короче, в оборотня и начал всех жрать, походу. Давай, блайндспот, пока. Бля, опять минус FPS. Короче, нифига они не пофиксили, походу, да? Почем первого дня? Сейчас, подождите, мне тут окошко какое-то. Так и знал, что вылетит. Ладно. Сейчас, ребят. Ну, игра вылетела. Блин, интересно, с какого момента я начну? Так. Сейчас я кое-что еще сделаю, как раз. Пока в альтабе. Пускай будет так. Ай. Игра ошибку выдала. Ничего страшного сейчас. Сейчас зайдем обратно. Блин, ну короче, хрен знает. Меня что-то... Блин, я вообще тупость не люблю, а тут реально вот некоторые моменты настолько тупые, что прям меня триггерят. Ну не триггерят, это как-то громко... Не знаю, не нравится мне. Я немножко начинаю... Чего? Да иди в жопу. Так, ну, наверное, продолжить. Блин, я надеюсь, что там... А, ну да, 3 минуты назад, нормально. Повезло. Угу. Так, сейчас надо будет все прощелкать. Карум. Сейчас, погодите. Так. Значит, понятно. Все, да? Нет, только не это. Тебе мало того, что мы знаем. Хватит тут копаться. Стоп. А кто на них нападал? Там не было белого? Ты серьезно, игра? Я сюда... Бля, можно я... А, я могу с ошибкой играть? Ха! Забавно. Эх, Ян. Талисман, который не дожил до начала смены. Я просто альтабнулся от ошибки и все. Но... Надеюсь... Так... Если бы Крис не решил сходить в
Харум с Каром, с Калебом и Кейли, всего этого не случилось бы. Возможно, он оставил этот корешок как напоминание о том, что все могло быть иначе. Так, Ян был барашком талисманом лагеря. Он погиб в подвале. Понятно. Вообще. Хочу альтап от диплома. Альтап это не. У нас есть талисман. Все равно придется вернуться, нет, понимаешь? Был. Ты не в курсе? А вот игра и сдохла. Я же говорю, что. Альтап это не самое главное. Сука. Блин, и чего? Там улика важная. Блин, я надеюсь, что может он сохранил. Класс. Игра за 4000 рублей. Замечательно. Всю жизнь мечтал. Да давай уже. Блин, что-то она там сохранила. Хрен знает, что сохранила. Прикиньте, я сейчас в этой комнате, из которой нельзя будет выйти. Вот будет классно вообще. Эх, Ян. Талисман, который не дожил до начала смены. Но вообще, не так и... Так. Корешок билета открываем. Даже, а что там? Ага, так. Все, да, получается? Так, а, вот окровавленный ошейник. Все. У нас есть талисман? Нет, был. Ты не в курсе? О чем? Он умер до нашего приезда. Жалко. 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 Так, надо как-то так пройти, чтобы, блядь, сука, все равно лагануло. Очень понятно, эта дверь забагованная. Да, блядь, дай пройти! Надо срочно... Блядь, ну вот выйди, пожалуйста. Надо... Я теперь ходить нормально не могу, блин. Мне нужно дойти до какого-нибудь места, которое мне сделает сохранение срочно, чтобы мне обратно не возвращаться. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, есть. Мистер Хэ и его дурацкие объявления. Воу. Так. Эй, осторожно. Это реликвия. Давайте сразу же выйдем. Надеюсь, там больше таких мест нету. Очень на это надеюсь. А то будет не камильфо. Ребят, давайте подумаем, во что мы дальше будем играть. Ну, сегодня мы игру пройдем. Нам осталось тут, ну, на час еще, может, максимум. Что мы будем делать дальше? Ну и, кстати, я правильно говорил, что в этой игре надо доверять людям. Собственно, я так и делал. Варианты в студию. Ну, Warhammer допройти... Потом игра про Суидни Тодда. Blood Rain еще есть. Ну, вампиры, понятно. Ну, вампиры это будет там. Ну, возможно, как раз завтра. С Evil Dead. Мистер Хэ и его дурацкие объявления. Воу. Я не имею в виду Градорму сегодня, а вообще. Эй, принц. Осторожно, это реликвия. Ну, может, у вас да какие-то ладно, варианты есть, во что можно поиграть? Успокойся с миром. Так, ладно, я игру победил. Пластмассовый мир победил. А, нет, не победил. Говно. Где я видел эту эмблему? Так, украшение с гравировкой. Ладно, мне некогда сейчас читать, надо быстро отсюда сваливать. Что это? Сраный забагованный кольцо дом! С эмблемой.
О, очень стильно. Тебе не подойдет. Сори. Нет. Она подгружает. То кого? Нет, тут low level fatal error, и все. Так нет, в смысле она подгружает, мне выдают ошибку, я из нее альтабуюсь, то есть она на заднем плане остается, если на ней просто окей нажать, игра закрывается. Если я буду в меню сидеть, ничего не произойдет, она не пропадет сама собой. А просто так же мне ее крашнет потом, и все. Вот как сейчас. Блин, ну что за говно? Ой, блин. Это тот самый момент, из-за которого люди говорят, что типа игра отстой? Что она вот так вот крашится, нет? Или это не он? Только не говорите, какой. Я спрошу, он или не он? Типа, да или нет? Нет, понял. Где я видела эту эмблему? Так, украшение с гравировкой. Блин. Рисунок на доске. Дети так и не узнали, что Крис убил и съел талисман лагеря. Они вообще очень многого не знали о начальнике лагеря. Так, обед, подкаст, стишок. Где? Вот. Украшение с гравировкой. Еще понять, что там за гравировка-то, блин, не видно же нифига. Так, украшение, потерянное в ходе потасовки. Надпись говорит о том, что оно принадлежит... А, Бобби Хэкету принадлежит, понятно. Что это? Кольцо с эмблемой. О, очень стильно. Тебе не подойдет. Сори. Положила обратно. Так. Сваливать отсюда, короче. Да, блин, еще будет. Сейчас опять будет Fatal Error стопудово. Что это? Это с фотоловушки. Да, блин. Что же они искали? Да, у Криса в тайной комнате. Там были все записи. Думаю, ты права. Так. Архивная запись 6-летней давности с фотоловушки в лесу Хэкетов. А, все, я все нашел. Ну, блин, только вот в какой? Раз, два. В пятой главе. Только я проведрил, получается. Просто позитив, привет. Всем, ребят, привет. Я понимаю, что вы люди необщительные. Так что сам с вами здороваюсь. Так. Ладненько. Давай, давай, валим, 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 валим. Быстро валим. Я не знаю, но мне кажется, что типа все здесь. Можно, конечно, внизу еще полазить. А, здесь не полазить, понял. Или нафиг. Не, надо еще полазить, мне кажется. А вот интересно, я, кстати, не заходил в холодильник. Блин, нас сейчас двое, кстати. Чувак, ты идешь, да? Блин, я надеюсь, что нас там не закроет. А, понятно, в него больше не войти, да? Обидно. Но зато тут что-то есть. А, сумка мелкой. Это?
Это еще что такое? Я веселый крольчонок. Кринж. Да, Таня. Что ты хочешь? Рассказывай. Ты сколько выпила? Ничего не хочешь? Как хочешь. Ну, как хочешь. А интересно, а если бы там... Мы бы зашли туда, я не помню, качком мы тогда, а нет, не качком, мы кем-то другим, по-моему, играли. Если бы мы туда зашли, и там бы нас заперло, ну, возможно. Вот сейчас бы там можно было ледышку бы найти, или что? Крайне интересно. Сидр, вино, грузинское пиво. Литра два. Подожди. Литра два, это ты все вместе намешала в одном стакане? Или в смысле... Каждого по два. Я не могу туда пройти. Слушайте, какого она роста? Она что-то вообще маленькая, да? Будь осторожен. Обязательно. Обязательно. Всю жизнь. Лучше не надо. Вот. Ох. Как я не зря сюда зашел-то, а? Я и забыл, что я здесь заходил-то. Ну, в эту хрень. Чё мне быть осторожным? У меня есть ствол. Чё мне еще надо? Медведя можно сюда скинуть. Не? Нельзя? Ну, ладно. Подождите, они в этом же здании где-то был этот... Как его называют-то, господи? Кабинет. Блять. Ну, говно, нет. Как же ты меня, игра, достала. Можно мне сейчас вот успеть до верха дойти? Короче, я вроде все тут сделал. Блин, а если через этот... Через эту хрень можно было свалить через это окно. Я его закрыл зря. Сделать проверку файлов. Ну вот, я сейчас буду делать проверку файлов. Ну, блин. Не, если... Если это будет только в этом доме, мне пофигу. А вот если это будет еще потом, тогда придется, да. Я хочу уже пройти по Бырику и все. Забыть про это дело. Так, сейчас будет типа сохранение, по идее. И у меня скоро, наверное, крашнется игра. Давайте мы сделаем проще. Мы вот сейчас вот нажмем ОК. Ой, ну давай сделаем проверку. Блин, он сейчас будет эту проверку файлов делать 100 лет. Ой, как она делается-то, я не помню. Так, локальные файлы. Проверить целостность. А, нет, тут быстро что-то. А, не. Ой, блин. Ну ладно. Давайте с вами потриндим. Давайте, рассказывайте мне что-нибудь. Развлекайте меня. Ага. Так, что я там? Все, я набрался своей сегодняшней маны. У меня уже ее дохренище. Ладно, пока. В смысле пока? Ну вот тут. Вот все из-за Градорма. Да-да-да. Это он виноват. Да ладно, уже 30%. Что тебе рассказать? Не знаю, что-нибудь расскажи. Эти клоуны, что ли? Блин. Какой каверзный вопрос. Тянками играет в Nemesis Lockdown, кстати. Блин, я на самом деле вот хочу с вами в нее поиграть, но она что-то стоит там, я не помню. Ну, недорого, она, по-моему, 400 рублей стоит. Чё, кварю вообще много, кто стримит? 110 тысяч до сих пор? Да ладно. Ничего себе, уже игре-то сколько дней, а там 110 тысяч онлайна, охренеть можно. Я смотрю, многие, ну не многие стримеры, а некоторые стримеры вернулись в РП. Такие как Джонни Лимонад, Хайвер. На какой-то Легаси. Хер его знает, что это за сервер, конечно.
Наверное, какое-то говно. Что по покраске фигурок? У меня нет времени сейчас на это. Стоп, а почему у меня вас... А, блин, я думаю, что у меня вас-то выключен. Точно. А что на вас-то вообще? Есть живые, ребят? Нет никого? Обидненько. Обидненько. Так, ну чё? Файлы 2 не прошли проверку и загружены заново. И будут загружены заново. Ну ёб твою мать. Сколько это продлится? Подожди. Я надеюсь, сейчас ты не все вот эти вот 7 гигов будешь. Нет. Нормально всё. Сейчас он 2 файла там сделает. Все. А, так. Все. Заходим. Некоторые это кто? Это, ну, я назвал уже. Чё, какие дыры в сюжете, Гизма? Ты о чем? Так что покраска фигурок, блин, да и, во-первых, да, у меня сейчас нет ни времени, короче, у меня ничего нет, ни возможности, нифига. И я еще думаю, как это все дело снимать. Кстати, да, ребят, если хотите поддержать меня, подписывайтесь на Boosty, там у нас уже сколько, 3 статьи доступно. Вот. Скоро, ну, в субботу будет 4-я. Я уже сегодня ее отфоткал. Будем одну из доставок созревать. Я буду. Все лето до рассвета. Что нас не убивает, делает сильнее. Мы вместе, мы дружны. Трудности нам не страшны. Крикнем громко, крикнем хором. Мы хикетеры. По лору игры? Ну ты же смотришь. Ты за 2 месяца ее не выучил. Он же вроде умный. Да блин, да что мне в глаз-то попало? Я так и знал, блин. Я так и знал. Начнем, уёбки. Давай. Погнали. Эмма. Ты живой? Ну, прости, что разочаровал. Что случилось? Где остальные? Я не... Теперь я не знаю. Столько времени не было. Разбросала. Нужно найти укрытие. Да, как скажешь. Эй, ты чё? В смысле, я чё? Оглядись! Ты ведёшь себя супер странно. Неправда. Да что ты? Давай, выкладывай. Слушай, извини, но я... Что было бы с художницей, если бы ей голову не оторвали? Не знаю. Я представлял себе последнюю ночь. Да, как и все остальные здесь. На самом деле, вот этот парень во всем виноват, потому что трахаться хотел. Кончилось. Если бы не он, ничего бы этого не было. Блин, и как так вышло? Ну, расскажи, давай. Ты чего завис? Джейка, прием! Так, черт. Я должен признаться... О чем ты? Блин, Эмма, мы из-за меня тут застряли. О, Джейкоб. Я сломал фургон. Когда я поняла, что мы остаемся, я почему-то именно это и заподозрила. Я знаю, знаю, и мне очень жаль. Я не хотел, чтобы так получилось. Я просто... Просто хотел... Трахаться. Просто хотел провести еще ночь с тобой. Да.
знаешь, вместе как... Не нравится. Ой, не та кнопка. Как раньше. Нет, ты мне нравишься, Джейкоб, но это был летний роман, и все. Мы плохая пара. Тебе ясно? Ай, твою мать. Не хотела побыть со мной. Я не хочу быть твоей девушкой. Подожди секунду. Сейчас. Господи, за что он тихий? Почему она такая тихая? Ладно. Должен принять это. А я не помню, почему она вся в кровище. Слушай. Я знаю, это ничего не изменит, но... Мне жаль. Даже если ты больше со мной не заговоришь, я все равно скажу. Ее разве укусили? Но ведь было хоть немного весело, а? Ну, назло всему. Я не помню. Ты серьезно сейчас? У меня нет слов. Ее ж, по-моему, только поцарапали. Как я могу это исправить? Не такой уж и дурак достижение. Джейкоб, уже ничего не исправить. В лучшем случае, если ты выживешь, ты сможешь ответить за свои действия. Ну что, рассвет скоро. А, вы хотите сказать, что она типа бегала по лесу и это? Оборотнем, что ли? А можно я с тобой? У нас свобода. Да, слушай, она вообще вся разорванная. Да, слушай, реально, она была оборотнем. Прикольно. А кто... Ну, кто-то ее укусил. А, ее может... Нет. А, ну ее этот... Макс что или как за... там? Он, наверное, укусил. Здрасте, что происходит? Так, это сынок. Это сынок. Блин, хрена он жесткий, конечно. Пипец. Или это белый? Подожди, это белый? Я не пойму. Снизу вроде белый казался. Пацан за ней прячется. Так. Бежать от него нафиг. О нет, только не в эту комнату, пожалуйста. За что? Она же крашит игру. Калиба Райан застрелил? Нет, не Калиба. В чем? Калиб, вот. Калиб это сын. А он убил отца. Балка или окно? Балка или окно? Балка или окно? Я не знаю, блядь. Ну, балка, хер на нее. А, я файлы, кстати, да, точно перекачал. Точняк. А где чувак-то? Блин, балка-то круглая оказалась, кстати. Ой, наверное, надо было все-таки в окно, да? Божечки, кошечки, за что мне все это? А этот хрен-то нормально там двигается? Простите. Это было очень смешно. Спрятаться? Вот это Калиб, это 100%. Потому что остался Калиб и белый. Альбинос. У альбиноса я просто, блин, я что-то не видел его.
Нихера себе, вот эта камера. Твою мать, я идиот. Надо же было, наверное, отпустить, да? Твою мать, да. Пиздец. Я дурак. Я, блин, что-то задумал. Короче, я сегодня туплю, извините. Ладно. Может, она выживет? Ой, я что-то затупил, короче. Там же, ну, она могла подышать. Блин, а это нельзя как-то переиграть? Ну реально, потому что... На, идиотизм. Ладно, хрен с ним. Не руинь концовку. Да затупил я, потому что, блин, пропала эта фигня. Я думал, он уйдет, как обычно это происходит. А тут надо было реально отпустить, короче. Так что ладно. Случилось 6 лет назад? Тут был пожар, в нем погибли десятки людей, и теперь... Здесь бродят оборотни и призрак в лесу, который ищет пропавшего мальчика. Не буду. И этот мальчик Сайлос, пиздец. Долго рассказывать. А вот и нет. Был пожар, Сайлос, мальчик-волк, сбежал, покусал твою семью, и вы его упустили. Жесть. Уже не важно, что было в прошлом. Ну, вообще-то важно. Нам хотя бы понять, кто наш враг. Наш враг — дикий мальчик-оборотень, который последние 6 лет от нас скрывался. Очень успешно. Мы каждое полнолуние искали его. Везде. А теперь этот сукин сын наконец здесь. Так что это... Не-не, подсказывать не надо, зачем? Интересно просто, она выживет или нет после этого? Вряд ли мы его найдем, просто катаясь на машине. Так, кого-то они нашли. Забавно. Чего? Почему эти два придурка вырубились, я не понял. Они ударились головами оба? Что? Держу, держу, я держу, пригнись. Ни у одного у меня, походу, тупняк. Вот это выражение лица. Это белый? Нет? Не мог же просто исчезнуть. Он должен быть рядом. Вы на нем стоите, нет? Ну, посмотрим. С ума сошел. Короче, ладно, я надеюсь, что она выжила. Все, спокуха. Нам главное теперь ее не убить, если что. А может, это вообще она, кстати, прибежала на нас? Приехали. Ты живой. С натяжкой, но да. Сюда! Здесь они кровь. По нему проехали, и он сразу же свалил. Ведет туда. Да, один серый, другой белый, совершенно верно. О, платье маме надали. Да что там произошло? О. Здесь мы съехали с дороги в начале лета. Ясно. Ты думаешь, не прострелить ли мне башку? Окей. Давай. Я не против. Что?
Я не понимаю. Я в этой странной игре уже ничего не понимаю, реально, я настолько запутался. У меня не осталось волчьей крови для маскировки, так что засада. Мы рискуем. А, это волчья кровь. Хереть, может. Вы готовы? Давайте сделаем это. Вперед! Go, go, Power Rangers! Блин, я так и знал, что я где-нибудь сегодня зафакаплю. Ну тупая, блин, реально такие тупые, короче, эти факапы. Пиздец, да чего же стрёмное это место. Подкаст всего не передал. Если бы вы знали. Она была здесь. Она? Я думала, Макс сбил ее, но она была здесь, и с ней было что-то не так. Кто? Женщина, старуха. Она все повторяла какое-то слово. Блять, она говорила Сайлос. Этого никак не может быть. Я ее тоже видел. В туннелях. Элиса Ворос. Мать Сайлоса. Ну, вроде. Кто она? Ведьма. Явилась 6 лет назад с бродячим цирком. Харум Скарум. Держала сына в клетке. Звала его Сайлос, мальчик-волк. Да гадалка, понятно. Сгорела. Но осталась здесь. Каргахакицкори. С тех пор мы ищем Сайлоса. Как начался пожар? Ей вот такой, типа, ну, грязь вот эта на лице больше идет, чем ты когда она была что-то умытая и все такое. Ну, чистая, короче. Ты убила мою племянницу Кейли Хэкет. Она была одной из самых добрых девочек на свете. А вот на это никак мы повлиять не могли. Она просто хотела помочь ребенку. Вы вообще, ребят, вы вообще в курсе, да? Что вот все, что я делаю, вообще никак не влияет на сюжет, по сути. Вообще никак. Можно их всех переубивать, реально. Все равно будет то же самое. Этой ведьмой. Что дальше? Она хотела помочь. Трэвис. Убедила брата устроить пожар. Отвлечь внимание. Зажечь сено. Чтобы успеть освободить Сайлоса из его клетки. Но не вышло, да? Да. Да ну, нет, с повязкой на глазу. Да. Все погибли. Элиса, вся труппа. Кейли смогла выпустить Сайлоса. Но он укусил Калиба. И вы его ищете? Сайлоса, да? Уже 6 лет каждое полнолуние. С таким макияжем она мне какую-то актрису охотник. Напоминает. Не пойму только какую. Это все, что осталось. Боже, охереть. Блин. Ну где он? Не знаю. Черт, этого я не видела. Даже я об этом не знал. Ну куда ты-то попёрся один, о боже. Идиот. Райан? Ну я почти угадал, ладно. Черт! Прости, так... Близко, уже близко. Вы оба... Это видели? К сожалению. Да.
А, она им всем троим крикнула в ухо, что ли? Кстати, да, почему они реально их всех-то не запирали в полнолуние? А может, они скрывались, типа... Что это? Сайлас, мальчик-пес. Мы на месте. Тихо. Да и вообще, да, кстати, а почему, если они знают, что Сайлас, ну, он же иногда-то, точнее, большую часть месяца он же просто мальчик? Почему его не убить? Ну, там, поймать хотя бы. Ладно, убить его не убьют. Что там? Ах ты ж ёбаный ты! О, боже. Кто это? Не-не-не-не-не. Что там? Ты не видишь, что ли? Ты чего? Стреляй, идиотка! Подождите! Это какой? Это Сайлас? Не Сайлас? Кто это? Я не понимаю. Я... Это белый, не белый? Блин, как его различить-то их? Скажите мне, не говорите имя только. Скажите, это белый или не белый? Просто это возможно еще... Это может быть Калиб и может быть... Девчонка. Я не хочу... Я не знаю, кто это. Блин. Подожди 10 минут. Да, еще на YouTube вы сходите. Блин, короче, это Сайлас или нет? Лера, ты знаешь. Таня там уже уснула, наверное. А, белый это, да? Все тогда чё? Ты уверена? Ну. Блять, какой он белый-то, Как понять, что он, сука, белый? Объясните мне. Давайте мы... уйдем, пока он еще не стал человеком. Слишком поздно. Я вообще тут уже за сюжет уже не знаю там. Ладно, белого волка мы убили. Все. Ты, значит, думаешь, что все понимаешь. Воображаешь, что ты долбанный гений. Я пыталась помочь. Пыталась предупредить. Даже полюбила тебя. Но теперь все кончено. Я не забуду, что вы сделали с моим Сайласом. Угу. Я была с тобой всю ночь. И меня не остановит то, что эта ночь подошла к концу. Нет. Любой шорох, что ты слышишь в темноте. Шепот из теней. Дыхание на твоей шее. Это буду я. Рядом с тобой. Я останусь с тобой навсегда. Я всегда рядом. Сереж, берегись, да. Походу так.
убил. Или пятерых даже. Так, Крис раз умер. Ник 2 умер. Вот этого я вообще по тупости потерял. Я просто не подумал, что она выстрелит. Кейли мертва. Подожди, ее можно как-то... Кейли может выжить? Эбигейл. Кейли можно как-то спасти, прикиньте. Тогда получится на одного больше. Кейтлин К. А, ну да, это тоже. Блин, вот К жалко. Ах, это ладно. И Калиб живой. Сайлоса тоже можно спасти как-то. Короче, ребят, я скажу так. Вот когда-нибудь, может, эта игра появится в Стиме с региональной ценой, вот тогда ее можно купить и поиграть, потому что она будет стоить там, ну, недорого. Я ее купил по цене европейской. За 4000 рублей, и я считаю, что выкинул я бабло. Трагедия в летнем лагере. Несколько человек убиты медведем. Что думаешь, Антон? Мне нравится это несколько. Ну, не выкинул деньги, потратил много денег. А такие, типа, и не отбил один, это вообще два, ни разу. Ни онлайн. Ой, извините. Так, ни онлайном, ни поддержкой. Возможно, это материальной, специально, так сказано. Короче, ничем. Вдруг им нельзя разглашать вот информацию. Иногда из детектива даже слова не вытянешь. Особенно если ты представляешься ему экспертом по паранормальным явлениям. Мы закончили не, вроде с Каопи в девятером играть, но это такое. Не совсем закончили. Новость трехмесячной давности, старье же. Антон, давай сначала представимся. Это «Странное настоящее», подкаст о сверхъестественном. Я Грейс. А я Антон. И вместе мы изучаем вероятность сверхъестественных событий House of Ashes в обычной повседневной жизни. Нет, это игра получше, чем House of Ashes. Они такие на одном уровне, знаешь. С потусторонних сверхъестественных событий. Нет. Окей. Итак, надеюсь, твоя шапка застрахована. Ведь тебя сейчас ждет отрыв башки. Что? Застрахована ли моя шапка? Да. Самое дорогое обязательно надо страховать. Шапку. Да. Ладно, твои приоритеты ясны, продолжай. В общем, мы не случайно решили вернуться в Hackett's Quarry. Ситуация изменилась. Я раздобыла информацию. Я настроен скептично, но послушаю. Сквозь шапку. Вот этот момент духанул всех. Почему ты улыбаешься? Хватит, чем? Ужас какой. А что? Я что, зря по-твоему брекеты носила? Ну, зубы у тебя красивые. Спасибо. Этого многие наши слушатели могли обо мне не знать. Так, у меня есть свой человек, так что сегодняшний эпизод будет чем-то напоминать «Покажи и назови». Какой еще человек внутри чего? Что? У тебя свой человек внутри? Разве не у всех есть такой человек? Внутренний критик, говорящий: «Бросай свой подкаст, он никому послушай не нужен». Послушай этот голос, Грейс. В общем, что я хотела сказать. Назовем это безвозмездной помощью. Понимаешь, не только мы нашли эту ситуацию странной. Кто-то даже прислал нам посылку. Ты это не открыла? Кто вообще? Знаешь, я не доверяю твоим слухам. Ой, как не терпится открыть! Сюрприз! Безвозмездная помощь? Слушай, ты ведь всегда мне обещал с самого первого подкаста, что если будут доказательства, ты рассмотришь все варианты. Говорил, да. Я сказал, то есть это я точно знаю, что никаких доказательств мы не увидим. В общем так, нам прислали информацию. И мы должны решить,
Странная она или настоящая? Улики, которые мы собирали, отправили в этот подкаст. Для тех, кто нас сейчас слушает, мы собираемся открыть посылку от неизвестного подписчика. Если это отправили вы, поздравляю, мы купились. Извини, тут просто очень не очень, просто нереально много скотча. Ты можешь мне помочь? Может, ключом разрезать? У тебя есть ключ? Нет, еще затупишь мне ключ. Пальцами давай. Просто дай мне свой сраный ключ, Антон. Нет. Давай гони ключ. Нет. Свой ключ найди. Все равно дверь не запираешь. Ну, конечно, запираю. Вот, значит, что ты скрываешь. Что я скрываю, а ты-то дверь запираешь? Нет, мне нечего скрывать. Ты веришь в призраков, но не запираешь дверь? Призраки не открывают двери. Они через стены ходят. Ладно, тебе стоит больше опасаться убийц. Посмотри. Ну, воды очень много, да. Похоже, нашли еще одно тело. Эй, нельзя же просто так показывать фото трупа. Предупреждать надо. Ладно, перезапишем. Антон, можно показать тебе фото трупа? Нет! Ну, что с тобой делать, Антон? Ладно, хорошо. Это труп. Окей, кто это? На кого я смотрю? Это один из пропавших туристов. Помнишь тот случай? Да, это правдивая часть истории. А, нет, я думал, да, что они были туристами. Его звали, ну, Эд Бенсон. Его утопили в озере. Так утопили или утонули? Да, точно. Ты придираешься к словам. Ничего я не придираюсь. Если утонул, то просто плавал и не выплыл. Ну а если утопили, значит, ему помогли. Ну, стало быть, я сказала именно то, что хотела. Конечно, у меня нет доказательств, но... Ну, конечно. Что, у меня разве так часто не бывает доказательств? Это фейк. Ладно, я абсолютно уверена, что его утопили. Окей, а полиция об этом знает? Хекеты подозреваемые? О, ты уже втягиваешься в обсуждение. Это хорошо. Дело вот в чем. Боится выбрать, в газете пишут, что этот человек не найден. Но на фото он выглядит вполне найденным. Ну да, как не найден, если вот он прямо тут? Вот. Но зачем писать, что он не найден? Потому что это заговор. Укрывательство. Они все в сговоре. Вот этот вот Антон вообще супер непрофессионально себя ведет. Хекеты? Хекеты? Нордкилл газет? Я же с самого начала их подозревала. Ладно, один турист есть, он мертв. А что со второй? Энн Рэдклифф? При чем тут братья-то? Не найдено. Кто знает, сколько тел там так и лежит. Да я забыл про утопленника просто. Все. Как-то неоднозначно. Нормально. Конечно, очень жаль, что тот парень утонул. Я просто думал, что туристы это как раз вот эти двое. Чтобы что-то скрыть. С подкаста. Это называется укрывательством. Так про что угодно. Кто вспомнил про утопленника? Ладно, я ожидала скептической реакции. Поэтому главный бриллиант оставила на потом. Неужели ты наконец покажешь мне эктоплазму? Давай. Да, брызнет на тебя. Подставляй свой пальчик для бриллианта. Что там? Фоточки с камеры туриста, на которых видно, что они в Хекетскоре. И? Может, они просто потеряли там камеру? Так бывает. Ага, потеряли камеру, пока их убивали. И сумки тоже там нашли. Не может быть, а фейковые фото сумок там тоже есть? Ой, все. Ладно, у тебя есть фото сумок, но они могут быть чьи угодно. Ну, они совпадают с теми, что были на фото. А что душного-то здесь, я не понимаю? Почему все вот из-за этого духанулись? Кажется. Ну, многие. Хотя... Может, это просто потеки от воды? Ну ладно, это уже кое-что, признаю. Надо немного поговорить о семье Хекетов. Они типа... Как это влияет на оценку игры, вообще не понимаю. Да, их прапрапрадеды были звероловами и объявили эту землю. Просто люди подкасты не любят, так это другое. Просто так? Да, это говорит, что из-за этого игра говно. Будто на Луне высадились. Окей, ребят. Флаг семьи Хекетов, ясно. Да. И примерно в то же время они нашли кварцит. Кварцит? Я надеялась, что ты спросишь. Интересный факт. Все здания в Нью-Йорке сделаны из кварцита. Неинтересный и не факт. Большинство. Но это не важно. Не важно? Каламбур. Они выкопали карьер и добились большого успеха, пока Септим Хекет
Не знаю насчет духоты, но соседи мне уже так... Ну да, у них такой подкаст, как бы. А число 7 имеет... Блин, даже мои подкасты лучше были, вы знаете, честно. Не закрыл шахту. Значит, им пришлось жить только за счет земли. Да, ты говоришь только. Но земли здесь много акров. Это много леса. Много неизведанной тьмы. А, ясно, удобно прятаться. Хорошее место для семьи странноватых отшельников. Угу. И вот ну почему бред? Типа воняешь так же, как и оборотень, поэтому тебя оборот. Можно и обмазать. Множество акров леса с призраками. Как скажешь. Все, что ли? С вами снова странное настоящее. Антон, сегодня у меня для тебя легкое чтиво. Ты заставишь меня это читать? Ага. Ладно. Это... У тебя в руках а это надолго вообще, нет? Кейли Хэкет своей бабушке, предположительно. Да не, их там, я думаю, ФБР забрало. Знаешь, вообще это больше выживших. По твоей части, но могу да, и я почитать. Но мне кажется, в твоем исполнении будет звучать убедительнее. Ладно, поехали. Бабуль, сколько можно терпеть эту херню? Я знаю, что семья — это главное, но мне интересно, что еще есть в мире, помимо леса, этого проклятого дома и лагеря. А из-за этой самой семьи мне не светит все это узнать. Может, мы сможем как-то все объяснить, дать знать другим, чтобы они поняли, что мы так живем не по своей воле. Я знаю, ты хочешь нас защитить, но однажды тебя не станет, а мы уже сейчас живем... Не, полароид это они могли для подкаста специально сделать. Я не могу заснуть, а когда могу, мне снится этот чертов пожар. Как бы я хотел. Просто прислали фотки нормальные, а они это сделали в рамочку, просто вставили для подкаста. Это типа стилизация. Вот ну как у меня там, да, есть всякие рамочки снится тоже. Снится этот чертов пожар. Были раньше, ладно. Разве не похоже это на слова человека, типа стилизация увидевшего канала. Нечто необъяснимое? Нет, реально жутко. Ее явно что-то беспокоит. Ну, дизайн, я говорю, стилизация канала. Ну, не знаю, зачем кому-то это подделывать. Ну и подтвердить не могу, так что придется поверить на слово. Блин, бедняга. Да, что-то там произошло. Я, кстати, пытался... Что-то ее терзало, и я хочу узнать, что именно. С нейросетью поиграть, короче, соединить себя и императора. Блин, не получилось, жалко. Тогда и вот с этим письмом проблем не будет. Боже, за что? Фига себе, это письмо предупреждение. Адресованное нам. Ох, почему ты не сказал? Он выдал типа картинку. Потому что его не отправили. Охренеть просто. Как? Что? Подписано Трэвис Хэкет. Мы же не нарушаем безумный император просто был написан. Точно? Ну, сам подумай. Нейросеть меня не нашла в интернете. Технически нам его не отправили. Письма предупреждения шлют, когда хотят что-то скрыть. Ладно. И еще у нас есть пустой флакон. Пустой предполагает, что раньше он был полным. Именно. Пятна крови? В нем была кровь? Похоже. Нет, ну так это кровь для оборотня. Неужели оборотень на оборотня уверовал? Не нападает. Люблю ритуалы, но херовый знак, что эти девчонка-то ребята знают, вот эта вот одноглазая была. Итак, Антон, укушена. Это находка все. И ее брат не со... Ой, парень ее не сожрал, Макс, который. Этим летом в Хэкетскоре потому что он уже чуял в ней кровь жесть. Оборотня. Понимаешь? Паранормальный трэш. Ты всегда так говоришь и всегда преувеличиваешь. Чтобы люди повелись, короче, нужно игра... преувеличивать. Блин, не знаю. Капитализм, детка. Ага. Опять этот капитализм. Так. Это реальная запись с фотоловушки в лесу Хэкетов. О, круто, камера из леса. Что мы там видим? Белку? Признайся, запись с горного велика ты бы с радостью посмотрел. Да, конечно. А что там, велики есть? Нет, но все равно посмотри. Ладно. Это медведь. Какой еще медведь? Каким боком это медведь? Ну, может, это тощий медведь? Это самое четкое из всех подобных записей, что я видела. Да, но все как-то размыто. Размыто,
но убедительно. Иногда, правда, не вписывается в привычные рамки. Это да. А еще такое легко подделать. Технологии нынче ого-го. Да, но какого черта эта запись делает у хекетов? Хм, это аргумент. Странное видео с худым медведем. Без понятия. Опять ты со своим худым медведем. Ты вообще видел худых медведей? Да, это они печально. Огромные. А. Да, белым медведям часто бывает трудно найти еду, но ты их не жалей, они те еще твари. Ладно. Таня прикатилась. Забудем на минутку о хекетах. Скажи, ты готов к реально стрёмной хрени? Давай, покажи мне что-то реально стрёмное. Не знаю, сможешь ли, но постарайся. Только держи себя в руках. Я готов. Хорошо, взять тебя за руку. Нет. Ладно. Может, ободряюще похлопать по спине? Говори уже. Медведь побритый, да-да-да. Хотела. Может, мне весь свет включить, чтобы ты не сильно боялся? Ты достала уже говорить то, что собиралась сказать. Да реально, блин, давай уже. Что это? Что ты мне показываешь? Это фото сделала одна из вожатых, Эмма Маунтибэнк. Это с ее телефона. О боже, оно настоящее? Это мы и должны обсудить. Это фотошоп. Правда ведь? Не думаю. Посмотри на глаза. В них реальная опасность. Что это за фигня? Такие они скучные скипы. Нет, я хочу послушать, мне интересно. Что случилось? Это часть игры. Что-то очень нехорошее. Блин. Но это еще не все. Да? Часть игры, часть стрима, сейчас часть игры, часть стрима. Сейчас я применю фильтр. Что это? Это она. Карга Хекицкори. Видишь, круг замкнулся. Ну, а это может быть что угодно. Даже на человека не похоже. Как называется, когда мозг везде видит лица? Вот почему ты до сих пор споришь. Ну что ты хочешь от меня услышать? По большому счету, если я не видел что-то вживую, с большой вероятностью это подделка. Ладно. Но что это, по-твоему? Фу, это кожа? Кожа, шкура, можешь называть как хочешь. Вроде человеческая. Угу. Не понимаю, что там, ну ладно. Очевидно. Это принадлежит существам, которые во всем виноваты. А они сами где-то есть? Можно увидеть их. Воплоти, так сказать. Нет, только не фото. Тому, кто это отправил, хватило мозгов не красть реальные доказательства. О, как удобно, что оригинал мы не увидим. Ай, ну тебя! Так, к слову. Итак, вот что у нас есть. Это может изобличить хекетов или то, что от них осталось. Стоп, ты что, веришь? Не знаю. Стоит хотя бы сказать кому-то. В полицию сообщить. То есть ты веришь во все? Нет, ну не в сверхъестественное. Я про убийство тех туристов. У нас есть тело. Есть доказательства, что они там были. Это реально, Грейс. Все говорит против хекетов. Мы, похоже, сюжет, говорит, цирк уехал, клоуны остались. Да-да-да-да-да, Гизма, ты прав, реально. Да! И что теперь делать? Выключить подкаст и сообщить кому-нибудь. Что? Нет, Антон, мы наконец чего-то добились, только жара пошла. Да, мы что-то выяснили, реальные люди реально погибли, это реально жесть, Грейс, ты выиграла. Так что порадуйся, а потом вырубай микрофон и сообщи в полицию. Скажи, реально еще раз. Жопа! Жопа. А, ну вот, все. Еще одна часть. Забавно, что в сюжетах с паранормальным скептики упертые бараны, а Ирл бараны — это те, кто верит в паранормальщину. Что, будет еще что-нибудь, нет? Короче. Я не знаю, блин. Ну, игра какая-то, ну... Типа... Блин, ну, проходняк, если честно. Что-то на этот раз разрабы, мне кажется, поленились где-то. Вот, кстати, интересный вопрос. А игру не продают в России. Это потому что... Разрабы так не захотели? Или это не захотели эти, кто распространители? Как это слово забыл, блин, вылетело с головы.
Ну, издатели, да. Думаешь, издатели, да? Ну, тут непонятно. Самое прикольное на самом деле, что мне реально вот я аж купил игру, и мне в 9 вечера, там в 9:30, по-моему, мне прислали игру. Я, правда, вот, кстати, не знаю, мне тут хороший вопрос задали. Кто мне присылает вообще, ну, прислал, ну ладно, давайте к этой именно игре, да, вот кто мне прислал, издатель ключ на игру или разраб? Попробуй найди, ну сейчас, подожди тут. Мне, я хочу понять, все или что? Блин, я хочу до конца титры. Давай, Тань, спокойно. Интересно, там будет еще что-то или нет? Ну-ка, подожди. Так, лагерь. Дом Хекетов. А, ну понятно. Так, улики. Сломанная клетка. Мальчик-волк, понятно. Ну все, у нас тут все открыто вообще. Мы все нашли. Выброшенные вывески, понятно. Мы все видели. Ну, чуть-чуть я не нашел, конечно. Так. Над законом, понятно. Блин, ладно. Вообще там было написано, короче, что можно как-то эти пути потом смотреть, что типа... А, смотрите, два пути. А, ну... Интересно, а что это тогда? Подожди, вот эти вот два... 13-15 путей я сделал. Странно. Для меня все равно Dark Pictures про вампиров казалось лучше этой игры. Блин, ну... Не знаю. Про вампиров, ну, неплохо. Но это мне... Мне кажется, вообще это все одна вселенная все-таки. Тестеров мало, просто было игры. Так, она 7.5. Сюжет, графон. Графон крутой, да. Сюжет нормальный, но мне некоторые не мотивация персонажа, а поведение персонажа меня вот кое-где там подбешивало. Так. Вы разблокировали функцию «Второй шанс». Она позволяет вам трижды за одно прохождение в Эквори отменить смерть персонажа и снова попытаться спасти его. Используйте свои три жизни с умом. Прикольно. Так, вы можете в любое время включить и отключить функцию. Понятно. Второй шанс трижды, да? Смотрите, тут есть еще режим «Кино». Все герои пережили... Что это такое? Вот режим кино. Готовы начать просмотр? Вот, например, если все выживут, да? Так, еще дали достижение одно. Ужастик называется. Вот что сейчас будет? Это просто... Это концовка или что это? Это на 8 часов? Что на 8 часов? Это просто типа заново игра, что ли, или что? Вот, видите, Ted Raimi, кстати, я все правильно говорю. Да, слушайте, это заново игра. Блин, он... Блин, это неинтересно. Это неинтересно. Это на 8 часов вся игра без действия? А, это просто типа посмотреть,
как кино. А вот тут режиссерское кресло, это типа прям просмотр будет. Ну, ты типа будешь говорить им, что делать. Ну, нажимать там кнопки просто, да? Они сами будут там двигаться, но ты будешь именно выбирать варианты. А-а-а. Блин, ну, я-то думал, там что-то прикольное. Вот, играть с друзьями, передавая друг другу геймпад. Я думаю, что, может, через Remote Play, конечно, можно играть как-то. Ну, понятно, короче. Так, надо посмотреть, что вы сказали. У издателя игры... Блин, кто мне игру, интересно, прислал? Подождите, сейчас я тут... Можно пока сделать... вот, нет, не то. Сюда. Так, можно включить сейчас какой-нибудь музон. На минутку. Просто я хочу реально поглядеть, что там вообще пишут. Не знаю, давайте какой-нибудь. Что это за песня? Пойдет. Так, значит, вот в Эквори. Так, кто у нас там издатель? Издатель... 2K Games издатель. Разработчик Supermassive. Ну, 2K дофига, что там игр. Мафия, например, вторая. Ну, кстати, а в Стиме что-то у них вообще тут игры. Spec Ops. Quarry. Не, ну у 2K там они... Ну, они же не только издатели, они еще и сами игры делают. Можно проще сделать тогда. 2K Games. Видеоигры, вон их тут 45. Мафия, вот последняя, Тини Тина. Кстати, вот Тини Тина мне тоже дали. А, значит, все-таки издатель раздает игры. Я понял, все, можно даже, наверное, не смотреть. Сейчас, где тут Квори, вот. Вот прикольно, да? Издатель, типа... Блин, а вот кто присылает? Вот тут, ладно, хорошо. Девелопер, паблишер. Кто мне ключ дал? Издатель, наверное, все-таки. Ну, тут не написано нифига. Ну, короче, блин, бредятина. Лицо деда? Лицо деда — это андроид из второго чужого. Бишоп. Сейчас. Чужой Бишоп. Актера зовут Лэнс Хенриксон, во. Вот где ты его видел. Ну, это такая самая, одна из самых его известных ролей. Еще он, знаешь где, блин, что Википедия. Да, хозяин Маркуса из Детройта, кстати, точно, еще он там был. Вот. Ладно, чё, в принципе, мы даже справились нормально за 4 часа, стандартный стрим, блин, нарезать его еще потом, бля, ну ладно, нарежем, ничего страшного, переживу я этот момент, просто я на YouTube выкладываю по главе, хоть это мне просмотров не дает, но скайп будет, так тоже норм, короче, блин, я сейчас хочу посмотреть, сколько я, какую я дал оценку игре вот по Dark Pictures. Какие у меня там оценки были. Man of Medan 9, Little Hope 10 и House of Ashes 8. Блин, Quarry я десятку не дам точно. Это уже 100%. Я ей дам... Блин, не знаю. Ну точно, семерка вот это 100%. У меня какая-то, знаете, вот я не знаю почему, игра хорошая вроде. Но почему-то у меня вот такое вот какое-то ощущение, что что-то не то. Я не понимаю чего.
Наверное, все-таки, блин, может из-за того, что я реально 4000 за нее потратил, может поэтому у меня в голове какая-то вот сидит вот фигня. Хотя вряд ли. Это всего лишь деньги. Короче, не, наверное, все-таки восьмерку я поставлю ей. Наверное, все-таки восьмерку. Ну да, она как раз наравне с House of Ashes все-таки. Да, да, я думаю, что 8. 8 это вот прям стабильно можно ставить этой игре и даже не париться. Но вот опять же повторюсь, сколько я за нее денег отдал, типа она таких денег вообще не стоит, даже рядом. Она стоит, ну потолок ее стоимости это 2000 рублей, это прям вот вообще вот, вот так вот. Хоть там миллиард концовок и все такое. Кстати, в House of Ashes эти военные хоть и были идиотами, но когда появились вампиры, они стали серьезными. А эти продолжили придуриваться, даже когда появились оборотни. Ну это же... Не, ну подожди, ты сравниваешь военных и детей, которым там... По сколько там? По 17-18 лет. И люди, которые воюют, они подготовленные черти как бы. Ну, вообще нельзя сравнивать. Ну, никак. Это Unreal. Так что вот. Ладно, чё? Пойдемте отдыхать. Как-то так. Не забывайте подписываться. Ну, фолловьте канал, там, я не знаю, на Твиче, на Трово, на Вазде. Еще вступайте в Discord, паблик ВКонтакте и так далее. В бою с людьми они продолжили быть идиотами. Ну, как-то так. Вот, да, все, всем спокойной ночи. Было прикольно. Я не знаю, у меня какое-то осталось чувство какой-то незаконченности. Вот я не знаю, ну, какой-то неудовлетворенности. Вот даже вот так бы я сказал. Ну, это мне. Не знаю, возможно, вам, у вас по-другому. В общем, вы... Спасибо вам, что вы были со мной. Это прекрасное прохождение. Пишите в Дисе. Может, вы какую-нибудь еще игру хотите у меня увидеть. С удовольствием почитаю, посмотрю. И, возможно, даже поиграем. Потому что сейчас особо играть не во что. Вот. Я еще не знаю, реально, что дальше стримить. Завтра, возможно, в вампиров пойдем. Но вообще, надо бы пройти Warhammer. Вот. Ну и там харизматичный хранитель, ну, а тут бабка-гадалка. Ну да, бабка-гадалка такая себе, тоже согласен. Мне не очень мимика лица нравилась там в каких-то моментах. Она какая-то ломаная, что-то, короче, недоделанная игра. Мне кажется, блин, они ее как-то на отъеби сделали. Вот. У меня как-то такое вот ощущение, не знаю почему. Вот. Так что как так. Все, ребятки, с вами был Мадеш. Приходите, когда будет следующий стрим. Он будет, скорее всего, завтра. Ну, я так думаю, во всяком случае. Опять же, добавляйтесь в наши социальные ресурсы. Ссылочки все в описании. Также подписывайтесь на Boosty. Поддерживайте меня как стримера, как контент-мейкера на Boosty. Кстати, я там пишу статьи, вроде как даже прикольные. Вот единственное, там два подписчика у нас платных есть, которые могут все почитать. Они вроде говорят, что им нравится, что вроде как интересно даже пишу. Не знаю, но я во всяком случае пока от этого кайфую. И пока вот подписчики есть, я буду этим заниматься. Может быть, как-то потом не в таких масштабах, ну, которые мне сильно бьют довольно-таки по карману, потому что, знаете, еда нынче дорогая, что в доставках, что в ресторанах, в барах и так далее. Вот, это довольно-таки, ну, блин, затратная вещь, знаете, каждую неделю делать обзор на какое-то заведение. Вот, поэтому, если будет больше подписчиков, поэтому, ну, будет как-то больше, может, и обзоров будет больше всего, будет больше. Контента, короче, будет больше. Вот. Да, в общем, все. Смотрите стримы. Самое главное, приходите. Я всегда вам рад. Ну и, конечно, ваша поддержка всегда важна. Вот.
Захотелось мясца этого поесть, но жаба задушила. Ну, блин, что, мясо всегда дорого. Вот. Следующая статья тебе больше понравится, я думаю. Вот, ладно, ребятки, все, давайте. С вами был Мадеш. Опять же, смотрите стримы и до новых встреч. Пока-пока. I never said